Так, показываем, как привязать стопин к медленному фитильку зеленому. Смотрим сюда. Что нужно? Воспламенитель. Эту крышечку отдергиваем. Открываем сам воспламенитель. Этот зеленый обычный фитилек, который идет либо к батарее салютов, либо к фонтану, либо не знаю еще куда может идти. Что делаем? Здесь близкий план, пожалуйста. Зум. Вот так вдоль и поперек примерно рассекаем фитиль. Вот должен получиться такой разрез. Не знаю, видно или нет. Когда разрезали вот здесь, немножко пороха выпадает. Это надо учесть и очень четко убрать этот порох. Так, складываем волосинку фитилька. Вот отсюда берем такую волосинку. Складываем, получается вот такая форма, как буква В, и вставляем вот сюда. Вот надо это хорошо увидеть и посмотреть, как вот сюда вставляем эту форму. Когда вставили сюда, немножко прижимаем сверху, закрываем разрез и вставляем стопин. Раскрываем стопин так, чтобы получилось не между бумагами, а именно там, где волосинки остальные стоят. Туда надо вставить. Вставляем это. Немножко крутим так, чтобы зашло. Здесь, если вылетели, убираем их внутрь. Так. И с этой стороны, приклеиваем. Приклеиваем плотно, чтобы не заходил никакой воздух. Ну, насколько это возможно. Так, с верхней стороны вставляем воспламенитель. Примерно на 1-2 сантиметра. И закрываем также липучей лентой. Так, закрыли, закрутили. И все это изделие, что у нас получилось, прикрепляем липучей лентой к этому, либо к батарее салютов, либо к фонтану, либо там, не знаю, откуда идет вот этот конец фитиля. То есть он может быть и вот такой длины, или подольше, там непонятно. Примерно, если скажем, что это фонтан, отсюда вылезает фитилек, мы вот это сгибаем вот так, и когда это согнули, приклеиваем сверху лентой. То есть получается так, что если приклею сейчас, не смогу уже открыть крышку. Но сверху приклеиваем один раз и второй раз к фонтану. Скажем, это под фонтаном делаем сейчас, чтобы было яснее. Секунду. Так, второй раз обматываем это вот сюда, так, чтобы не отпрыгивало во время поджига. И вот в конце, в итоге у нас должно получиться что-то вроде бы вот такое. Это уже связываем с кабелем и едем дальше. Все, работает точно, без никаких вопросов, на 100% взорвется. Хорошего дня, пока-пока, чао.